Вот они, самые радостные мгновения чемпионского матча. Выиграть трофей у непобедимых – задача сложная, но Синтез долго шел к этому, всегда останавливаясь в шаге от золота. Мы очень долго работали и готовились именно к этой игре, потому что понимали, что это очень хороший шанс выиграть. Безусловно, задача победить всегда стояла перед нами. Задача непростая, но к ней нужно стремиться, и мы будем стремиться. И хочется верить, что следующий трофей у нас будет намного раньше, чем через этих, грубо говоря, 8-10 лет. Звание «Заслуженный работник физической культуры» удостоены Николай Максимов, Артем Одинцов и Рустем Насыбуллин. Врачу команды Алексею Юфимову вручили медаль заслуженного врача республики. Здесь суперкубок, одна игра решает все. Ребят собрались, молодцы, выдержали до конца. Да, при счете 12-12 мы добили своего соперника. На примере Синтеза воспитываются и юноши. Сейчас почти в каждом районе республики есть детская ватерпольная команда. Сегодня для занятия водным поло в республике созданы прекрасные условия. Функционирует 108 стандартных плавательных бассейнов. Из них 7 50-метровых. Все эти бассейны отвечают международным и российским стандартам для проведения соревнований. Уже в эту субботу «Синтез» постарается завоевать бронзу российского чемпионата. Для этого команде надо выиграть один матч у подмосковного «Штурма». Когда «Синтез» в последний раз выигрывал трофей, основной костяк команды занимался еще в детско-юношеских школах. И вот сейчас, спустя 10 лет, команда выиграла Суперкубок России. Теперь задача нашей команды – заблистать не только в России, но и в Европе. Для этого все необходимое есть. А ближайшая задача – выиграть бронзу чемпионата России. Алмаз Гафиатов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.